Творчество не имеет границ, ему нипочем запреты, и даже в период самоизоляции творческие люди умеют находить вдохновение и заставляют ситуацию работать на себя. Художественный руководитель актерской школы «Волна» Алексей Мельников на собственной лоджии оборудовал что-то вроде гримерки и театральной мастерской. Дома я дорабатываю некоторые элементы в виде небольших растяжек с призывами детских фантазий и мечт. Знаменитый клоун Алекс успевает и публику посмешить онлайн, и почувствовать себя поистине домохозяином. Добрый день, дорогие друзья. Соблюдаем условия карантина. Все на самоизоляцию. Нет места лучше дома. Оставайтесь дома. Отдыхайте, мужики. Многие жители Ленинского городского округа, как знаменитые, так и просто обычные люди, имеющие полезные занятия в жизни, готовы делиться своими знаниями и умениями. Так олимпийский призер Евгений Рылов предлагает ежедневно заниматься гимнастикой. Помогает ему морально его домашний питомец. Можно делать вот так вот. Кто только начинает довольно-таки простое упражнение. Кто уже посильнее, можно усложнить, сгибаться больше. Еще одно полезное занятие – самомассаж. Профессиональный массажист Дарья покажет, как сделать такой массаж правильно. Начинаем по массажным линиям. Разглаживать мышцы. Напоследок, люди стали ближе, хотя и соблюдают социальную дистанцию. В этой непростой ситуации стараются как могут поддержать друг друга и докторов, истинных героев нашего времени. Если вы хотите рассказать о своих интересных делах, присылайте видео к нам на почту видное-тв@mail.ru. И не забудьте указать телефон для связи. Вместе дома мы сможем многое. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.